Я, короче, не знаю, что произошло. Но у меня какого-то хера отлетел диск, на который я записываю. И он просто-напросто потом подключился, и запись, естественно, не сохранилась. Я не знаю, как это произошло все. Короче, помогли все друг другу, так сказать. Джейсон помог Салиму, за Салиму уйти. Они вместе ушли, перебежали там, короче, каким-то катакомбам, спустились вниз в какой-то бедлам бардак. А получается, Ник, Рэйчел и Эрик сейчас разбираются в ситуации между треугольника любовного. Посмотрим, не выбит ли сейчас. Это после всего, что он сделал? Ай да, всем привет. Именно. Я не могу забыть прошлое. Если не дам тебе шанс, буду жалеть. Я все понял. Сочувствие. Ладно. Возьми себя в руки. Она сделала выбор. Смирись. Ну да, ты же хотел жить мужиком. Вы, блядь, стоите друг друга. Ну, в шоке. Найдем Колчика. Да она все равно труп. Спасибо. Наверное, все-таки у меня что-то с диском D. Какие-то проблемы. О, еще и спускается. 3400 футов. Вы шутите? Все-таки это дерево. Грибы зеленым светятся. Я немало херни повидал в жизни, но с этим ничто не сравнится. Вроде нас не преследуют. Ты что, хочешь их подождать или... Захлопни варежку. Идем. Идем. Вот сюда мы спускались. Сверху там преследовал нас твари и решили свалить по-быстрому. Перевернул. Ван чего? Ван Пис? Ван Хейтен. Рубины, ёпты. Многие находящиеся подряд хорошо. Синий, так, Эши черный. Ионикс. Что так гремит? Камень с отверстием. Понятно. Короче, раскопки. И добыча всякой ерунды. Ритуально мы видели вот такую табличку. Вот эту мы тоже видели, кажется. Да, 7332. Еще. Еще. Че оно? Все кончилось. Что-то летает, да? Что? Да ну нахер. Что это? Что это? Кокон? Охренеть. Похоже, они отсюда вылезают. Охренеть. Пахнет формальдегидом. С каких таких пор ты у нас ученый? Школа в США не обучают химии? Еще один. Не подходи близко. Да, это жопа. О, еще книжка. Принадлежит Рэндольфу Ходжсону. Может, узнаем что-то полезное. Он вот не знал. Узнали. А, черт. До хера полезного узнали. Какой там хлоп? Там нету листов. Хлоп.
А тут, походу, одна встала, да? А, наоборот, присела. Ага, жинка, походу, была. А еще ниже опустить. Ничего нет такого? Может, там что-то на руке? Еще кто-то есть? Опля, часики. Открыть можешь? Мэри Ходжсон. Жена, вот, наверное. А вот и Мэри. Их ждал печальный конец. Та-да. Что? Шо? Я не могу так умереть. Это я такого же мнения. О, восьмая часть. Когда храм будет разрушен, мы с женой. Да-да-да. Девятая? Повинна, леди Брэдшо. Я восьмую не видел. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Она привела нас к ним. Я нашел ее внизу, над растерзанным телом Ван Хейтена. Она обернулась, и я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки. Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. Да. Я думал, мы Брэдшот увидим. Ну ладно. Я ошибся. Ты что-то эта зелень какая-то слева, не натуральная. И там сверху тоже. Ля, это именно такой круг, как будто инопланетяне. Здрасте, приехали. Инопланетный корабль? Ин Маккенда. Да, согласен. Что это, блядь, за место? Инопланетный корабль. Да вы шутите. Что будет в следующей части? Подводная мессия? А, Биошок. Да, да. Будет Биошок. Охренеть. Корабль. Корабли даже, наверное. Судом. Аллах наказывает нас всех за совершенные ошибки. У меня никого нет, кроме Зейна. Я посвятил ему жизнь, когда жена ушла. Печально. Хотел дать все, чего не было у меня. Отец-одиночка. Это непросто. Да. Но... я очень горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон, в университет. Только б не воровал. Я так по нему скучаю. Твоя совесть чиста, Джейсон? Зеленая зона. КП. Что за КП? Мы с Ником. Бля. Там была толпа. Это ребенок Салама. Эту точку раньше уже атаковали смертники. И женщина.
Она несла сумку. Блять. Говори. И я приказал ей остановиться. Все как надо. Но нет же. Она продолжила идти. И мне пришлось решать. Ник застрелил ее. Что было в сумке? Продукты. Я не понимаю, почему она шла. Тоже не пойму. Не услышала. У нее были наушники. Блин. Охренеть, да не хрустит ты, ёпта. Это херня полная. Я здесь не ради погибших. Просто моя жизнь катилась под откос. Вот я сюда и записался. У всех свои причины, не обязательно глубокие. Глубокие? Когда рухнули башни, я был обдолбан в говно. Угу. Через неделю узнал, что произошло. 11 сентября. Глубоко, правда? Я даже не знаю, что я тут делаю. Ты служишь своей стране. Выбраться сейчас надо. Была семья. Друзья. Вся, блядь, жизнь впереди. А мы отняли у нее все одним выстрелом. Какого хуя? Ну, я с этого в шоке, конечно. Я бы охренеть, мужик. Я слышу твои мысли. Мы ждем, что что-то произойдет. Может, надо не ждать и самим что-то сделать? Что задумал? Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Эти твари залезли к нам в голову. Хотели убить нас. Но мы... Мы еще живы. Начинается. Больше веры, Салим. Мы выберемся отсюда и увидим солнце. Блокбастер. Ты правда в это веришь? Ура! А это что еще за звук такой? Фишка морпеха. О, значит, я теперь тоже морпех? Давай не будем забегать вперед. Ладно. Эй, что бы там ни было, мы вместе. Мы бьемся вместе. Выбора нет. Сейчас еще те трое придут. А я думал за тех, за троих поиграть. Ну ладно. Не хотите, как хотите. 3544 фунта. Ехрене. А что значит 03-02 часа? Да 3 часа, да им. Это 3 часа они тут всего на все. Да я думал, они тут уже сутки. Это корабль. Ой. Огромный, блин, корабль. О, споры, зашибись. Это что? Возможно, какая-то система оповещения. Он живой? Он вылупился. А это типа эти. Я понял. Это типа охранники. Скорее всего, эти самые владельцы померли уже давным-давно, а эти все еще охраняют и развиваются. Не, ну такого я, конечно, не ожидал. Честное слово. Будь рядом. Я не ожидал того, что у меня...
часть моего прохождения улетит в трубу. Там, в принципе, ничего такого интересного не было. Ну, ключи. Наверное, оттуда они и вылезают. Похоже. Вот только. Ля, какие-то управления. Какое-то. И этот сдох. Ля, и тут это какие-то, как будто это, круглый стол, что ли. Здесь кругом этот мох. Мне кажется. Или он живой? Ты про мох? Или про что? Или про то, что там висит? Точнее, сидит. Салим, сюда. Что ты думаешь? Это место должно быть скрыто здесь уже тысячи лет. Угу. Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Может, мы к ним вторглись? Ну, а смотреть. Ля, яка штука. Салим, посмотри. Звук. Звук создает. Музыка. В наших краях я такой музыки не слышал. Может, не музыка. Может, тогда язык? А, логично. Ты видел этих уродов. С ними сложно начать беседу. А кто его знает? Не нужно их недооценивать. Посмотри вокруг. Эти монстры явно разумны. Да-да. Сейчас что-то будет, да? Потому что, в принципе, тут идти некуда. А, сюда можно. Прыгай. Что там? Вот непонятно, да? Он с у этого лапа есть, крыльев вроде нету. Ну такой же точно. Салим, посмотри. Это одно из существ, но старше, древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Потрогай. Сам трогай. Сцикло. Сцикло, говорит. Сцикло. Может, не надо. Ой-ой-ой. Твою мать. Зашибись. Вдохнул, да? Не то нажал, сука. Ты это видел? Бля, конечно, видел. Существо окаменело. Ему должно быть миллионы лет. А он вдохнул эту херню. Блин, что не так, кнопка? Что не левая? Блин, поставили правую, это что по 300 лет? Поставили бы левую уже. Здрасте. А вот и человек, да? Да, ну на. Это как? Часть головы осталась. Твою ж мать. Посмотри. Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. Это и этот чувачок. Кристалл в глазу. Ты это видел? Он вроде бы живой. Невозможно. В этом месте все возможно. Эти это грибы. Охуеть.
все это время был живой, без половины башки? Жидкость. Она сохранила его плоть и мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Ты на приколе? У него было время привыкнуть. Я серьезно. Шум привлечет вампиров. Я сам. Это отвод и внуток. Я охренею. Ну такого я точно не ожидал. 2000 лет прошло, уже больше. Чувака половины нету, даже больше. Башка и одно легкое. И он живой. Да их там не было, ну его бань. Не врите. Это вот это типа херня? Да нет. Тю. Как ты быстро залез? Я круг сделал. Ау. Знаешь, правильно пошел. Подожди, а вдруг? Ай, вот это все, да, вдруг вот это. Вдруг там что-то интересное. Почему тут нельзя шифтить? Раньше же было, типа, увеличивает скорость там туда-сюда. Ничего нет интересного, посмотрел. Молния? Да ну на. А вот. Споры эти. Наверное, походу поменьше на них надо наступать. Что такое херово? Что, походу он тоже не жалеет, значит его тоже не жалко. Куда идти? Ну пошли направо, какая разница. Идти до хера. Что это было? Ого, котел какой, как в Хогвартсе, ёпт. Котелок. Зелье варенье, ёпт. Здрасте, пришли, да? Не идем, идем нормально. Вон та херня, туда не идем. Стой, 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 стой. Там эти самые. Споры эти долбаные. Надо споры обходить. Салим. Что такое? Похоже, мы нашли гнездо. Угу. Их тут охереть как много. А вон и яйцо, да? А, это гнездо. Что же, что я? А ты о коконах? Да. Тогда я думаю, что и ты. Жена тут пизда. Ну что, здесь есть эти самые охранники. Нет, 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 не наступай. Так, главное не наступить на эту херню. Смотрим су по сторонам су. Я сюда. Стоять там есть. И там есть. Ага, вот там нет. Стой, максимально. Идем тихонько.
О, и тут, и там. Бля, начинается. Это если бы он не это самое. Не вдохнул той херни. Было бы все хорошо. Ёпары СТ, пока дойдешь. Как я не успел там кнопку нажать? Ну ёпары с этой, точнее не успел, только не ту. Перепутал. Тихонько, тихонько. Куда ты пошел нахер? Я заблудился. Да отойди. О, выход, выход. Наверное. А там что слева было? Вот там засветилось что-то. Ладно. А ничего нету, да? А что там у нас? Спору нету нигде. Ну давай, фокусируйся. Ну а девчонка, а вот. Погляди, поубивали друг друга. Блин, там что-то еще было. Поубивали друг друга. Значит, они сражались. А за что? Или за кого? Прыгай. Какого лешего ты проснулся, алё? Я ж ничего не делал. Я думал, наоборот, не двигаться надо. Нет, нет, не стреляй. Лови подарочек. О, только зря. Получается, все сдохнут. Ну ладно. Я прикрою, бегом! Что, Рэйчел жопа, Джейсон жопа. Охренеть. Остался Ник, Эрик и Салим. Опа! Ники, ты прям сраная кавалерия. Думал, ты мертв. Пока еще нет. Звучит хреново. Угу. Я вдохнул мертвого вампира. Упоролся в хлам. Полковник, вы живы? Ползти по этому тоннелю было крайне неприятно. Рад видеть, мэм. Держись. Ты и жопа. Она вообще укусанная. То отдохнул, то укусили. Та ёпрессы ты. Это место
А мог же, блин, чтоб все выжили, да? А не, в любом случае погиб кто-нибудь. Блин, надо посмотреть в интернете. Можно ли, чтобы выжили все? Ничего. Ты живой. Угу. Где ж восьмая часть пропустил читание эти самые? Письмецо. Нам нужен план. Угандошим твари и свалим нахер. Прекрасно. Сержант, какой голос. Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 5.56, 3 разрывных 40 миллиметров, пара пушек 9 миллиметров, с 4 обоймами уже кое-что. Хм. Плюс 2 фосфорных. И один блок взрывчатки С4. Что насчет ультрафиолет? Сломан, но я починю. Одну минуту. Этого явно мало. Еще есть вот это. Он старый, это опасно. А у нас есть выбор? Запалом пизда, но можно его сдетонировать С4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем как можно больше этих ублюдков и отправимся наверх. Что скажешь, Ник? Ура. Я не позволю дать ему пушку. Слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Все покосы. Там почти пусто. Хватит только на одного. Хм. Наши СМИ многое бы дали за такой кадр. Похоже, наши археологи здесь тоже были. Надо обыскать это место перед уходом. Ага. Есть. На попе шерсть. Ля, спер дневник. Отдай дневник. Шо, поговорить можно, да? Ты уверен, что она сработает? Сработает. Все это между нами и... Питером Паркером. Да я просто... Нет. Думай не о херне, а о поставленной задаче. О-о-о. По-другому не выжить. О-о-о. Началось. Началось. Ноты. А смысл нот такой глубине. Переверни, пожалуйста. Чем больше я узнаю о музыкальном языке. Опа-на. Этих созданий. Кем чем-то задумаюсь о том, как они здесь очутились. Очутились. Может, прибыли с небес во время динозавров? Да ну нахрен. Да блин, хорош двигаться. Или их то понятно, теперь они мертвые черви. Мертвые, конечно. Рассчитание синее. Созвездие кита. Его земли. Все-таки они прилетели оттуда. Сюда. Ох, так чихнул хреново, охренеть как крепко. Зажег и бабах, да? Не понял. Это с другой части, походу, уже. Значит, это все-таки конец будет скоро. Что это такое? Я рано клацнул на мышку. О, оно поет.
Ты как? Это что-то значит? Это не узоры, музыкальная шкала. Язык аккордов, звуки. Мэри пианистка. Расшифровала его. Она думала, это обозначает звезды. Видишь? Это кит. Созвездие. Мы далеко от ночного неба. Загадка. Если верить дневнику, в устройстве была только одна шкала звука. Но Мэри изучала его одна. Может, есть и другая? Мне нужна помощь. Какая? Консоль слишком большая, в одиночку мне с ней не справиться. И шо? Чё ты назад? Да что такое? Я еще хочу дальше. Ага. Теперь назад. Еще назад. Заведется сейчас еще? Ну ничего себе. Мэри верила, что эти существа раньше были мирными. И их языком была музыка. То есть у них были эмоции. Затем произошла трагедия. Вся их империя рухнула. Их музыка затихла, и они стали враждовать. Что случилось? Болезнь или безумие? Что могло превратить зодчих в убийц? Что могло так изменить их? Получается, если бы я не спас бы Эрика... Они животные, они мертвецы. Да, то это бы это самое. Не тютю. И не была бы я тут. В ожидании нас. Рэйчел! Он сейчас спалит тебя. Рэйчел? Рэйчел! Боже, Рэйчел! Рэйчел! Рэйчел, посмотри сюда. Это оно. Внутри нее. О, да. Ты давай шлепай уже. Фосфор. А, теперь понятно. По-другому никак.
Ну, она кусана. Нихера себе. Так, закончим на этом. Это, конечно, не столь отличная часть, которая началась. Не оттуда, откуда закончилась другая. Ну ладно. Что поделать. Везде бывают свои нюансы и недостатки. Возможно, я переиграю в конце, когда закончу, так что было понятно все. И выпущу уже серию до конца, так сказать. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем здоровья, всем удачи, всем пока. We'll be right back.